отпечаток пальца, может быть, даже как грецкий орех или даже мозги, можно сказать. Это мешки с луком, которые выбросили злодеи у нас в лес. А что видите вы на этих фотографиях? Руслан Куликов дает возможность своим зрителям пофантазировать и догадаться, что изображено на той или иной работе. Давайте включим наше образное мышление. Да? Планета с цветами. Планета с цветами. Замечательно, прекрасно. Планета, да, я согласен. Бои с ветряными мельницами. То есть вот она, эта мельница, да, ветряная. 22 необычные работы объединяет одна особенность – светлый фон или снег. Отсюда и название выставки «Белая». Выставка в пути, то есть встреченные мною в пути герои, которых я одушевляю и переношу на свои произведения. Поймать сюжет для своего творения Руслану легко. Ему достаточно взять фотоаппарат и выйти во двор, ведь именно природа – его постоянный источник вдохновения. Я живу в лесу на хуторе, и лес окружает меня. Я просто выхожу на улицу, бывает целенаправленно куда-то, в город пешком могу пойти, могу просто выйти по делам, погулять. И эти герои вот моих работ, они просто мне встречаются. Главная тема его творчества – взаимоотношения человека и природы. С трепетом к окружающему миру относятся и те, кто сегодня пришел на его выставку. Просто у меня есть такая... хобби, я люблю брать за основу что-то, допустим, брать цветок и рисовать по нему девушку. Ну, как я вижу, превращать человека. Мне очень нравится это делать. Увидеть и оценить необычный взгляд Руслана Куликова на окружающий нас мир можно будет в фотогалерее имени Виталия Собровина до конца ноября. Екатерина Скляренко, Роман Юрин, Белгород Медиа.